9 июня 20-летний парень взял у друга мотоцикл Honda, чтобы прокатиться по городу, прицениться к покупке. Итог обкатки мотоцикла попал в сводки сотрудников ГИБДД. Мотоциклиста на повороте от Всеобычина Черняховского сбил 40-летний житель Ильинского района. Как установили люди в погонах, мужчина на автомобиле Черри нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Не подал сигнал поворота, пересек сплошную линию, не пропустил мотоциклиста. 20-летний парень после столкновения умер в больнице. Суд назначил жителю Ильинского района наказание в виде 3 лет колонии поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года. Отметим, ни в ходе следствия, ни уже в зале суда 40-летний мужчина не признавал свою вину в гибели молодого соликамца.